Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 105, упражнение номер 218. Прочитайте. Образуйте от глагола неопределенной формы форму второго и третьего лица единственного числа настоящего или будущего времени. Запишите, подготовьтесь доказать, что вы правильно записали глаголы. Здороваться, неопределенная форма. Здороваешься. Здороваться – это глагол, имеет окончание «ать», оканчивается на «ать». Это глагол первого спряжения, поэтому у нас будет окончание с буквы «е». А так как это второе лицо, то будет мягкий знак. Здоровается. Что делает? Здоровается. Здороваться. Здороваешь с мягким знаком «ся». Здоровается. Прощаться – это глагол первого спряжения, поэтому прощаешься с мягким знаком, потому что это глагол второго лица. И что делает? Прощается. Здесь пишем без мягкого знака. Прощаться. Прощаешь с мягким знаком «ся». Прощается без мягкого знака. Извиниться – это глагол второго спряжения, поэтому извиняешься – это глагол второго лица, пишется с мягким знаком. И извиняется – что делает? Глагол третьего лица пишется без мягкого знака. Извинится – извиняешь с мягким знаком «ся». Извиняется. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.